Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Кейн, мы продолжаем смотреть команды для Майнкрафта, которые добавят нам просто офигенные вещи в игру Майнкрафт без каких-либо модов, друзья, и сегодня у нас просто супер команда, которая добавит нам нашествие инопланетян в игру Майнкрафт. Это просто очень здорово, это реально круто, и, кстати, эта команда сделана на один из последних снапшотов, я честно не знаю его название, они там слишком длинные, много цифр, много букв, поэтому, да, друзья, это у нас команда для версии, так сказать, 1.10 уже. И давайте, в принципе, приступать смотреть, как же здесь все работает и что же нам нужно сделать, потому что здесь очень круто все сделано. Что ж, друзья, во-первых, нам понадобится наш любимый командный блок. Мы его ставим и вверх, мы в верхнюю строчку мы вводим команду, которую мы активируем сразу же и активируем наш командный блок. Что ж, мы видим нашу машину и мы видим то, что у нас здесь написано Aliens by It's Zender. It's Zender сделал эту команду, теперь у нас не Age of Minecraft, и здесь вы можете видеть, нет никакой другой кнопки, кроме как разрушить эту машину. То есть здесь нам придется крафтить все самим, потому что то есть нет никакой кнопки, которую мы нажимаем, и нам даются вещи. Все хорошо? Хорошо. Что ж, давайте все-таки начинать. Что же нам нужно для этой команды? То есть мы заспавнили эту штуку, и, во-первых, друзья, первое, что вам нужно сделать, это скачать ресурс-пак. Здесь вы, когда спавните эту машину, у вас в чате появляется куча всего. То есть эту команду сделал It's Zender, та-та-та-та-та, более 18 часов работы, и здесь у нас есть такая, такой линк, куда мы можем кликнуть и скачать ресурс-пак, который нам понадобится для этого, хотел сказать, мода, но на самом деле это команда, но сейчас вы увидите, потому что это реально похоже на мод. И, друзья, теперь давайте все-таки начнем крафтить и делать различные вещи, которые нам понадобятся. Во-первых, нам нужно будет взять 3 редстоуна, если я не ошибаюсь. Нам понадобится один лук. И дальше нам вроде бы нужно 5 железных слитков и 3 адского кварца. Теперь вы все это выкидываете на какое-нибудь место. Давайте мы его расчистим, чтобы все вам было хорошо видно. И теперь вы просто выкидываете это все вот таким вот образом. Все-все-все выкидываете. И, друзья, мы получаем вот такую вот спутниковую тарелку, которая в итоге призовет этих самых инопланетян. И, друзья, это произойдет через 100 секунд. Но так как мы хитрые, в этой команде есть одна команда, которую можно ввести в чат, которая называется вот так. И когда мы ее вводим, нашествие инопланетян начинается сразу же, то есть вам не нужно ждать 100 секунд, поэтому мы нажимаем, и, друзья, что же мы получаем? Aliens detect, то есть инопланетяне были замечены, и, друзья, что же мы видим? Прилетает, черт возьми, летающая тарелка инопланетян, друзья. И повторюсь, это всего лишь одна команда в Майнкрафте, нет никаких модов. И, друзья, мы можем видеть эту летающую тарелку, которая, что же она будет делать? Она будет спавнить инопланетян, ну, не очень удачно тут она заспавнила, да, наконец-то, двигайся, двигайся, она должна летать по вашему миру и начинать спавнить инопланетян, тупо спавнить и спавнить и спавнить, это и есть нашествие инопланетян, но здесь есть еще куча всего, я просто хочу, чтобы она немного летала, эй, ну-ка, отойди оттуда. Ну, что ж ты делаешь? Ну, ладно, вот у нас один инопланетянин вышел, и, друзья, наконец-то начала летать чуть-чуть. И вот такие вот у нас инопланетяне, друзья. Просто посмотрите, насколько круто они сделаны. У них есть их лазерные бластеры. Я не знаю, что это за пушки у них, но мы, кстати, можем получить эти пушки. Вот такой вот у нас толстопузый инопланетянин, зеленый, с какими-то рожками. И, друзья, да, он... Что у него с телом? Он на меня смотрит своим телом, когда я летаю. Это очень странно. Но эти инопланетяне, они, кстати, очень опасные, потому что если вы не в креативе, то одним выстрелом из этого бластера они будут вам сносить почти все сердца. Они будут вас почти ваншотить, друзья. У вас будет оставаться, если не ошибаюсь, 2 сердца. То есть они вам будут сносить аж целых 7 сердец. Это просто жесть. И, чувак, ну ты реально опасный. Ну, по нему видно, он реально хочет неприятности. И вы можете заметить то, что пока мы там разговаривали с тем, наша летающая тарелка начала спавнить уже кучу других инопланетян. И, блин, она вообще приземлилась. И вот у нас тут еще один. И самое интересное, это... ну, куда ж ты... Почему ты не хочешь летать, как нормальная летающая тарелка? Почему ты в землю въехала? Но, друзья, самое интересное, это вот этот луч, который, вы знаете, то, что инопланетяне, они пускают этот луч, которым они либо забирают кого-то в свою тарелку, они так поднимают, и либо опускают. Но в этом случае они, эта летающая тарелка, она опускает различных инопланетян, но на самом деле летающая тарелка вам ничего делать не будет. Она не будет вас атаковать, преследовать, и ничего она вам плохого не сделает. Она просто спавнит инопланетян. А вот уже инопланетяне вас будут жестоко атаковать. Я хочу вам реально показать, насколько это... насколько они опасны, поэтому давайте я все-таки... Знаете, что я сделаю? Я сделаю спаун поинт прямо здесь, и мы выйдем из креатива. Game.
мод. 0. И смотрите, сейчас они на нас нападут. Ну что ж, ребят, вы сами могли видеть, насколько они опасны. 2 выстрела, и меня уже убили. Вы могли видеть одну стрелу, как она медленно полетела. То есть, они реально очень опасны, и... Блин, нужно их опасаться, но на самом деле их можно убить и получить из них интересные вещи, потому что с некоторым шансом мы можем получить их бластер. Я честно не знаю, какой у них шанс выпадения этого бластера из них, когда мы их убиваем, но я где-то, по моим подсчетам, это примерно 10% шанс, поэтому давайте мы их начнем убивать в креативе, потому что я не хочу с ними сражаться по-настоящему. И, друзья, да, вы можете видеть, мне пока еще не выпал их бластер, но из них выпадают все время стрелы и кости. Но давайте мы продолжим их убивать. Надеюсь... Оп! Да ладно. Да ладно. Смотрите, как быстро это произошло. Это, блин, реально было очень круто. Из этого бластера, конечно же, мы сможем стрелять. Я сейчас в креативе, и я могу это делать. Но если вы не в креативе, вам понадобятся специальные патроны, а точнее специальные стрелы. Но давайте мы все равно, пока еще я не показал, как эти стрелы крафтятся, мы посмотрим, насколько этот... бластер мощный. Вы можете видеть, я одним выстрелом убиваю одного ну, почти всегда. То есть вы можете видеть, да, он реально мощный. Вы сами могли видеть, сколько раз я ударил по этому инопланетянину с алмазным мечом, чтобы его убить. И это, блин, реально, реально мощно. Ну, умри же ты, все. Друзья, но давайте все-таки мы посмотрим, что же нам нужно, чтобы по-настоящему стрелять с этого бластера, потому что я сейчас в креативе, если бы я был бы в сурвайвале, я бы не мог это делать. Нам понадобится Arrow of Leaping. Вот это вам понадобится, вот это, на которое на одну минуту. Вы берете, например, целый стак, и вам понадобится наковальня. Давайте мы возьмем одну Anvil. Anvil, пожалуйста. И наковальня. Теперь вам нужно будет переименовать эти стрелы. Блин, вот бы мне вспомнить, как еще это называлось. Если не ошибаюсь, тут нужно было написать Laser Gun Ammo. Если я не ошибаюсь, это именно так. Теперь вы берете эти стрелы, и вы выходите из креатива. Вам нужно будет их положить вот в этот слот. Слот щита. Это странно, я знаю, но именно так это работает. И теперь... Да, вы теперь уже можете стрелять этими стрелами, которые теперь у нас называются как патроны к лазерной пушке. И, блин, это реально круто, потому что, если вы заметите, то стрела, она реально, ну... Так, давайте я это вам получше покажу. То она реально, ну, теперь уже нет. Она раньше была зеленая, светилась зеленым, но теперь все стало очень плохо. Ну, вот так вот. Все сломалось, короче. Ну да ладно, ничего не страшно, потому что вы это могли видеть раньше. Продолжает эта штука спавнить инопланетян. И, друзья, вот такой вот у нас бластер. Но это еще не все. Во-первых, что я вам хотел еще рассказать. Эту летающую тарелку можно уничтожить, чтобы она перестала спавнить этих инопланетян. Но она очень-очень сильная. У нее очень много жизни. Вы будете ее бесконечно сбить. Вам нужно бить ее прямо вот сюда, в центр. Но, ребят, это очень будет долго. Поэтому я вам это показывать не буду. И пусть она спавнит инопланетян. Нам для обзора как раз-таки понадобится. Ну-ка, давай. Нет, вы ее так просто не убьете. Ну, и неважно, потому что сейчас мы посмотрим еще одну интересную штуку в этом, опять хотел сказать, моде, в этой команде. Это, друзья, у нас стационарная пушка, которая стреляет какими-то... Ой, я даже не знаю, чем вы сейчас сами увидите. Поэтому давайте мы сделаем день, time, set, day. И мы заспавним эту штуку. Что же нам понадобится? Нам понадобится, во-первых, хорошее место. Давайте где-нибудь... А вот это прямое хорошее место, вот прямо здесь. И нам понадобится несколько вещей. Нам понадобится один раздатчик. Дроппер. Дроппер, иди сюда. И нам понадобится один щит. Один щит. Давайте мы его возьмем. И все это мы кидаем вот сюда. И, друзья... Я, походу, что-то забыл. Возможно, нужно кинуть еще алмазный меч. Итак, друзья, я немного затупил. Во-первых, вам нужен не дроппер, а именно диспенсер, то есть раздатчик. Дальше вам понадобится сам рейган, который вы получили из этих инопланетян. И вам понадобится щит. Теперь вы все это выкидываете на пол вот таким вот образом. И вы получаете вот такую вот офигенную пушку, которая стреляет какими-то, я даже не знаю, зарядами, щитами, коврами. Скатертями. Я не знаю, что это за хрень, но эта штука реально какая-то молниеносная, потому что вы можете видеть, она поджигает все, и она спавнит молнии, когда она до какого-то врага доходит. Например, давайте мы заспавним какого-нибудь зомби, допустим, прямо вот здесь вот, и вы можете видеть, она его, ну как-то не очень. Ну-ка, давай.
Ну-ка, давай, не подводи меня. Вот, вы можете видеть, она бьет в него молниями и убивает любого зомби. К сожалению, с криперами это будет работать не очень, потому что она будет превращать криперов в заряженных. Ну, давайте я вам это все-таки продемонстрирую. То есть, спавнил крипера, и да, заряженный крипер. Это не очень здорово, но, блин, все-таки это очень круто, потому что эта штука, она будет бесконечно так вот стрелять, и ее можно поставить реально как на защиту вашего дома, например, от инопланетян, потому что инопланетян она тоже очень хорошо убивает. И, в принципе, да, вы, наверное, спросите, а как эту штуку повернуть в другую сторону, чтобы она, ну, например, стреляла туда, или еще куда-нибудь. Вам понадобится скрафтить еще одну вещь. Это у нас гаечный ключ, который крафтится, ну, или делается, то это все-таки не крафты. Вам понадобится одна палка и два слитка железа. Вы кидаете это все вот таким образом и получаете гаечный ключ. Теперь, чтобы повернуть эту пушку, вам нужно просто кинуть гаечный ключ прямо в нее, на Q. Вы нажимаете, кидаете его на пол, и вы можете видеть, она повернулась и уничтожила еще одного инопланетянина. Давайте еще раз, она повернется туда, еще раз она повернется туда, и вот таким образом вы можете ее вращать. Это очень здорово. И ваш гаечный ключ вы спокойно подбираете дальше и продолжаете вращать эту штуку. Это реально очень круто. И, блин, это здорово, это здорово. В принципе, друзья, это все, что добавляет нам эта команда, но... Но согласитесь, это просто здоровская команда. Она реально добавляет кучу всего. И это было реально весело. Смотрите, какой он милый. Друзья, очень здорово, поэтому, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк этому видео, рассказывайте друзьям, подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. С вами был Кейн, и до новых встреч!